Второй артефакт, тот, что связан с разумом и могуществом, защищал замок и придавал сил королю и его людям. Артефакт был защищен мощными заклятиями, и только те, чьи помыслы чисты, могли прикоснуться к нему. Десятилетиями многие короли и рыцари пытались приблизиться к артефакту, но в туне. Легенды гласят о благородном и справедливом герое, который придет и сумеет взять артефакт. Но, подойдя к воротам, наши герои осознали, что нежить захватила замок целиком. Некогда прекрасное место превратилось в обитель ужаса. Как-то не похоже на замок, о котором вы говорили. Нет, я не могу поверить. Они... разрушили... разрушили все. Нужно поторопиться. Всем привет, друзья! С вами Малдрил Настрайн. Так, сейчас мы тут прикинем. Кстати, хочу сказать, я маленько тупанул в предыдущей... Ух, ничего себе там... топоры летают. Тупанул в предыдущей серии, когда мы брали сундучок. Там комнатушка с огнями была, всеми делами. А почему? Почему не заделал ты его? Смотри-ка, блядь, что делает, а? Волчара. Там можно было волшебником, я ж потом... понял. Можно было волшебником наделать коробок и закрыть вот эти вот огоньки. И пробежать. Слушай, а как я задел? Секунду, тут как-то надо высчитать. Да как, блядь, ты чё? Ладно, хрен с ним. Сейчас найдем лечилочку где-нибудь. Я надеюсь на это. И все бы у нас получилось, черт возьми. Ну ладно, бывает, чё, тупанул. Все-таки прямой эфир. Все дела. Так, сейчас я вот это загандошу, козлин. О, как раз нам жизнь дали. Что такое? Почему? Ловее. Пошел вон. Пошел вон! Почему? Почему ты не идешь вон? Волчара. Да, блядь, да ладно! Дайте мне жить-то! Сейчас я вам тут навтыкаю козлам. Опа! Готов, готов! А что они там делают, я не понимаю? Они дохнут от шипов, что ли? Сука, они коней подкидывают. Подталкивают. Ладно. Ах ты, опять задел. Лови! Лови еще разок, сердечко. Сердечко взял, замечательно. Блять, а что сердечко-то как восстанавливает плохо? Здоровится-то, здоровится. Дай-ка я тебя скину вот эту хренотень. Лови. Замечательно. Что? Что такое? Блять, на шипик я наступил. Что-то как-то начало хреновое, я бы сказал. Начало очень хреновое. Так, нет, подожди, с вашего позволения. Сука, ты зачем зацепилась-то так? Давайте сейчас я раскачаюсь. Мне надо вот баночек набрать. Баночек, блять, набрать, сказал! Это что-то с чем-то, подождите. Давай-ка подвинем коробочку. Сейчас мы подвинем и с нее запрыгнем, пожалуй. Там еще банка, кстати, внизу есть. Я что-то ее не заметил даже. Пока тут... Да что ты не запрыгиваешь-то, женщина? Вот, запрыгнули. Замечательно. Три опыта. Уяксон, запрыг. Мыши. Ёбаный свет. Рыцарю сейчас пинда придет, между прочим. Ой, успел. Рыцарю придет пинда просто. Он уже на грани. Опа, а там прохода-то и нету. Съебали отсюда. Свалил отсюда. Сейчас съедят, сейчас будут есть. Сдох, да ладно, вот это начало, блядь. Вернуться к последней контрольной точке. Хорошо, сейчас вернемся. А давайте мы, может, волшебником пробежим здесь, чтобы хрен на этого волшебника-то, ведь правильно? От него толку. Ноль. А, они сейчас вот по-другому, кстати. Я вообще спокойно пробежал. По-другому ворочаются. Хорошо, замечательно. Где тут эти шипы-то? Вон лежат два, вижу. Два шипа лежит. Нам надо вот сюда. Сейчас мы Гэндальфом поднимем вот эту всю дичь. Все, подняли, возьмем. А там сундук, смотри-ка. А сундука-то я и не приметил изначально. Вот это повезло.
Статуэтка орла. Что нам дает статуэтка орла? Статуэтка орла присматривает за волшебником и усиливает его заклинание. Уменьшает расход энергии на левитацию предмета. Только для волшебника. Все понятно. Только для волшебника. И опыт есть. Волшебник уже немного прокачан. Давайте-ка мы сверху женщины опять пойдем. Да, блядь, откуда ты взялась-то, тварь ебучая? Свалил отсюда. Вот, а там еще одна летает, кстати. Вон, я же ее одна даже. Задела. Лови. Да как вы попадаете-то, твари летучие? Еще одна? Все. Я думаю, с них хватит. С них хватит. Раскачиваемся, запрыгиваем. Замечательно. И вот сюда запрыгиваем. А там еще одна банка с этим самым. Господи, как его? С опытом, опытом. Погодите, у меня идея возникла. Нам надо вот, наверняка, на вот эту платформочку заехать, да? Как-нибудь. Не знаю, зачем я это делаю, зачем я раскачиваю. Ой, вот зачем я раскачиваю. Это тут качелька. А там внизу, интересно, что есть? Там черепушки есть. Черепушки есть. И что еще? Для чего? А, там он опыт есть. Опыт — это хорошо всегда. Всегда опыт хорошо. Еще одна черепушка. Блять, я ради одной единички опыта столько жизни потратил. Там внизу просто шипы, судя по всему. Давай, залезай с волота. Дай хуй с тобой. Так и там мы тусуйся. А мы пока волшебничком. Вот что сделаем. Сейчас мы перекинем вот эту дичь. Хорошо. Давай-ка я сейчас запрыгну вот им. И мы ее повернем. А повернем мы ее. Что-то она, блядь, как-то ёбаный свет. Чуть не упал. Давай, все. Сейчас опять. Да что вы, сука, откуда вы беретесь-то, а? И главное, только одну захерачил. Ты посмотри. Они мне столько здоровья уже убили. И еще пищат. Охуеть над этими мышами. Пиздец. Давай, раскачивай свою эту колымагу. Сейчас допрыгнем. Ах, блядь, допрыгнул, еле-еле. Рыцарь. Так, щитовой скелет. Так, готов. Очко навыков и жизнь дали. Смотрите-ка. Маленько подлечили нас. Замечательно. Замечательно. Лучник, ёб твою мать, я упал. А я не могу сюда залезть никак больше? Нет, похоже. Возьмем женщину. Ох, блядь, женщину мы зря взяли, наверное. Хотя, почему бы и нет? Мы и женщины сейчас нахерачим всем. Всем скелетам. Лови! О, блядь, а ее не пробивают. А ее не пробивают. Попал, что ли, хочешь сказать? Ты че, мужик? Охуевшая твоя рожа. Других слов подобрать сложно. Да, слушайте, я не могу туда-то залезть, как бы. Лови! Еще разок. Еще. Да что такое, блядь? Ты из чего сделан-то? Тварь. Костлявая. Оп-оп-оп-оп-оп. Тихо. Давай запрыгивай. Замечательно. Какую-то кнопку нажали. Что за кнопка? А почему? Так, кнопка. Кнопка. И что-то где-то еще одна должна быть, скорее всего, чтобы открылась дверка. А где она? А, вон, внизу еще кнопка. Сейчас что делаем? Волшебником сооружаем коробочку. Ну почему, блядь, ты упала так неровно? Коробочка. Ну точно сейчас нажалась она. Я вам говорю, блядь, со стопроцентной уверенностью. Давай, поднимайся. Стоп. И... Блядь, говорю же, открылась. Говорю же, попал. Все хорошо. Все замечательно. Женщина. Ну-ка, давайте вниз спустимся с легонца. А, вон, смотри, он спиной стоит. Это ты зря, мужик.
Опыт есть, нам главное сундуков не проебать. А может быть, мы низом пойдем? Нет, мы низом не пойдем. Погоди, мужик, подожди. Подожди, не выебайся. На тебе, сука. Он его зацепило, блядь. Мимо. Да ладно. Тварь такая, ладно. С тобой по-другому нельзя, видимо. Ну, так, есть. Слушайте, дайте я вниз спущусь сначала. Для начала. Мы тут сейчас перебьем всех. Опыт взяли. Спокойно, мужик. Ай, бляха-муха. Зацепил. Что тут есть? Что тут есть, кроме черепушек? Неужели ничего? Неужели я зря сюда спустился? Ну, сколько вас тут? Может быть, хватит? Уже. Может быть, уже хватит? Так, наверное, хватит с них, да? Теперь идем наверх. Теперь идем наверх вот на этих качельках, карусельках. Сейчас там топор, блядь, летает. Ёб твою мать, я топор-то только заметил. В самый последний момент. Смотрю, что-то там шевелится. Шевелится этот топор, мать и его. Нам надо как-то подгадать. Блять, а как подгадаешь тут? Секунду. Надо действительно как-то подгадать. Вот, блядь, подгадали. Отлично, сундук. Это просто великолепный уровень сегодня. Мы нашли колчан скорости для воровки. Колчан скорости. Он получил пизды топором, блядь, и доволен. Ах ты, блядь, со спины скотина зашел. Колчан скорости. Секунду. Опа, а новое умение. Новое... Колчан скорости. Колчан скорости позволяет воровке быстрее заряжать лук. Следующий уровень позволяет воровке заряжать лук еще быстрее. А вот это... Подожди-ка. Вот теперь можно выпускать из лука сразу две стрелы. А мы же это делали. Ну, делали, да. У меня две стрелы. А следующий уровень что дает? Следующий уровень... Три стрелы, блядь. Вот это надо делать, надо подкопить. И цена-то всего лишь два опыта. Сколько у нас там... Стоп, я нашел один предмет из двух. Как ты, нахуй? Мы нашли колчан скорости и орла. А почему один предмет из двух найден только? Странно, блядь. Вроде бы все должно уже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так... Гэндальф, ты нам нужен. Ты нам нужен, мужик. В редких случаях. В редких случаях, но нужен. Нам надо глубинные бомбы, блядь, убрать, блядь, отсюда. Спокойно. Все, бомбы убраны. Бомбы убраны. А вот это что такое? Тут залезть, что ли, куда-то там можно? Что за створки такие интересные? Так. Там черепушки, я уже слышу. Уже череп... А, вон одна лезет. Смотри-ка. На тебя, тварь. Она сдохла? Нет, не сдохла. Как они прыгают так высоко? На, получила в хлебало. Получила по хреба... По хребтине, блядь. По своей хребтине. Ну-ка, так. Отлично. Лучник. Какого хуя? Я упал. Погоди. Да что ты, сука, делаешь-то, а? Ну, ебаный свет, я еще не попадаю. Оп, попал. Давайте вниз спускайтесь, мужики. Почему-то они не хотят этого делать. Нет, смотри-ка, лезет, блядь. Не, он не будет спускаться, он нихуя не дурак. В отличие от меня. Ну-ка я вот сейчас вот потыкаю вот этой хуйней. Смотри-ка, я убиваю, что ли, блядь, серьезно, блядь? Действительно, убиваю, блядь. Так, ладно, пускай пока здесь полежит. А мы сейчас... Нам сейчас как-то надо сюда вот попасть. Блядь, тихо, мужики. Спокойствие, только спокойствие. Два пузыречка есть. Возьмем женщину. Опа, женщина нам пока не нужна. Но я пизданул, я успел по скелету попасть. Кстати, я вижу вон, знаете что? Я вижу вон там не аптечку, а эту самую. Опыт. Получил. Больше не выебывайся. Так, лови. Там лучник, что ли, вот вроде бы. Но он почему-то не стреляет. Плохо очень видно. Так, один получил точно.
Может, горящими пиздануть? Горящими стрелами. Блять, три стрелы, это вообще огонь. Там их много. У меня до получения опыта осталось совсем, блять, совсем чуть-чуть на самом деле. Сейчас мы их отсюда всех переебашим. Сейчас, сейчас. Конечно, вот еще бы зарядку сделать. Очень, очень медленная перезарядка. Сука, ты кость ебаная, блядь. Ты сдохнешь сегодня, нет? Так, вроде бы сдохли. Сдохли все. Знаете, что делаем? Берем вот так. Отлично. Топор, блядь. Отлично. Запрыгиваем. Замечательно. Нам надо вниз спуститься в любом случае. У нас здесь, блядь, шипы, ёпты, блядь. Лучник появился наверху. Лучник-залупучник. Давай вниз спускайся и делись как мужик, блядь. Оп. Не хочет, блядь. Ну и хуй с тобой. Ты один в хрен подохнешь. Наверху ничего нет у нас такого? Там, кстати, еще кто-то шипит, блядь. А где? Что ж такое? Почему у тебя... Три... Слушайте, шесть стрел в общем, в общей сложности надо, чтобы вот этих петухов добить, блядь. А, лучник наверху еще один у нас, да? А если... Так, спокойно, спокойно, мужик. Я не знаю, нам где вот идти лучше? Блядь, получил я пиздюли. Нам куда лучше вот идти? Нам наверх, может быть, забраться сначала? Посмотреть, может быть, там еще что-нибудь есть? Да лучника заодно пиздануть. Ой, ой. Так, ну-ка. Где еще один? Еще где-то ведь один. Да, смотрите, не зря мы сюда залезли. Потому что там опыт лежит. Так, сейчас я его захерачу, блядь. Получил. Опыт дали, отлично. 9 штук осталось. Всего лишь 9 бончоночек нам надо найти. А почему ты не залезла-то? Ё-моё. Это было не очень хорошо. Вон, вон, еще один. Я слышу, блядь, где-то херачит. Вот, теперь залезла. Отлично. И еще тут наверху. Какой-то топор здоровый, блядь. Так, есть. Там кнопка внизу. Ури, где у него кнопка, блядь? Так, кнопочка внизу, что она... Ага, открывает. Проход. Это хорошо, что я по низу не пошел. Это очень хорошо. Иначе бы там пизды словили. Такой бы на этих шипах. Мало бы не показалось точно. Спокойно, спокойно, женщина. Подпрыгиваем, подпрыгиваем. Бежим, бежим, бежим. А, нас не задевает. Да что такое, блядь? Давай, 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 прыгай. Там, интересно, поверху как-то можно было пройти? Вряд ли. Блядь, мыши. Спокуха. Мышей, блядь, сейчас буду ебать. Или они меня? Судя по всему, они меня. Какой-то... Где там скелетон? Был же где-то здесь. Это что такое? Оп! Это качелька. Это качелька-каруселька. Тут нет никуда. Никуда нам нельзя пройти-то. Типа лифта что-то здесь у нас. Баба никуда цепляться не хочет. Стоп. Давай я тебя, суку, замочу. Еще. Опыта надо набрать. Надо набрать опыта. Куда ты поехал? Слезай! Слезай оттуда, мне опыт нужен. Да ебаный ты свет, так и придется за ними идти. Так, готов. Готов, оттаскивай, как говорится. Хорошо, ну-ка вниз давайте съедем. Женщину возьмем. Эх, твою мать. Ох, тут как высоко-то было, а. 46. 46, совсем чуть-чуть нам осталось. Что тут за колени крутится? Опа! Вот он, блядь, скачет на. Ты смотри, как шустро. Как ловко, блядь. На. 47. Блин, я хочу тройные стрелы. Оп, тише. Блин, там внизу надо нам очутиться. Шипы, да? Колесики, колесики крутятся, вертятся. Сейчас мы... блядь, упал. Слушайте, это будет сложно на самом-то деле. Они очень быстро как-то крутятся, блядь. Тише. Не... Ну почему? Да сдох! Да ладно, блядь.
А бабой мы никуда цепануться не можем. Ты посмотри, блядь, а? Может, баба половчей будет прыгать? Ну, свою мать, блядь, конечно, да. Так, там что-то он бутылки-то, блядь, как взять-то? Ну, не крутитесь, суки. Блядь, пизду эти бутылки. Ну, блядь! И причем я бегу, и один хер, как бы вроде бы один раз только удар-то они должны наносить, эти шипы. Да уж, твою мать, тише, отлично, блядь. Ебать нахуй, Тарзан просто... Посмотрите сюда, что это? Какая-то книга? Дай-ка я взгляну поближе. С превеликим энтузиазмом волшебник углубился в изучение королевского дневника. Особенно интересными были последние страницы, где король рассказывал о древних развалинах, заброшенных давным-давно. Невероятно прекрасные статуи и архитектура поразили старого короля. Королевский дневник почти не содержал информации об артефактах, но живые описания сходились со знаками в гробнице первого стража. В легендах существовало место, которое стражи звали своим домом. Если так оно и было, и развалины были местом происхождения артефактов, наши герои могли, наконец, получить кое-какие ответы. Местоположение развалин было тщательно указано в дневнике. В середине леса довольно далеко. Наши герои решили последовать направлению, указанному в королевском дневнике. На краю леса воровка почувствовала что-то странное, какое-то теплое ощущение в сердце. Теплое ощущение? Она в рыцаря, наверное, влюбилась в нашего. Загадочный лес! Если мы хотим достигнуть развалин до наступления ночи, нам надо поторопиться. А здесь так тихо. Как будто бы гора с плеч свалилась. А там, между прочим, опыт лежит. А как его взять? Погоди, а я знаю, как его взять. Сейчас мы построим коробок. Блять, главное не тупить с этими коробками. А что такое? Почему ты коробку не хочешь строить, мужик? Да я не понял, что ты тебя. Ты че, блять? А в чем прикол-то? Волшебник, коробку строй, говорю, блять. Может, здесь не хочется строить? Давай тут построим, нам какая разница. Вот, наконец-то, блядь, с 10-го раза. Давай сейчас ее сюда вот перекинем. Давай. Ты толкай ее. И с нее-то, наверное, залезем. Ну, точно. Новый уровень. Делаем стрелы, бабешки. Тройные стрелы, цена 2. Все, замечательно. Вот это тоже, наверное, надо делать следующее. А огненный урон... Блин, урон тоже, конечно, хорошая вещь-то. Урон отличная вещь. Тогда рыцарю. Я вот не знаю рыцарю, что сделать. Передвигать я вообще вот эти вещи не хочу никоим образом делать. Может быть, и не будем. Может быть, оставить эти 2 очка опыта. Волшебник. Теперь одновременно существует 2 ящика. Это у нас есть. А ему мы ничего не можем сделать. Тоже оставим тогда. Ну-ка, где бабёшка у нас с 3 стрелами? Раз, блять, отлично. Вообще огонь. Красиво, блядь, просто сейчас будет. Сейчас будем ебать все, что шевелится. Так, давай прыгай. Не на шипы только, ради бога. Ух ты, они опускаются. Они опускаются. Мыши, тихо. Суки, сейчас всех. Да, блядь, ни по одной не попал, ты прикинь. Что такое? Да ебаная мышь. Этот хуил еще там кидается, смотри, он не попадает. Не попадает пока что. Это радует. Давай его захерачим сразу. По-любому же он нам проблем принесет. У меня вон тройная есть. Лови-ка нахуй. Вот так вот. А то, сука, стоит там, постреливает. Получил в хлебало и все. И рад стараться. Так, готов. Сразу причем. Я сейчас с бабой буду играть нахуй. Вообще, он просто рвет и мечет.
Блять, а вот с этими-то тяжеловато. А, щит-то разбивается. Я еще только сейчас узнал об этом. Оп, жизнь, а. Конечно, подольше получается. Все, рыцарь подлечен. А вот там надо будет нам еще жизни взять. Стой, а почему? Зачем здесь сделан помост? А, я сюда и забраться не могу. Непонятно, ну да ладно. Оп, тихо-тихо-тихо. Спокойствие. Только спокойствие. Так, блядь, лучник. Сука. Там лучник сверху. Сейчас мы его пизданем. Лови, тройная пошла. Тройная ушла, точнее, уже. Прыгать-то, да че это? А, там каруселька какая-то. Поверху. Поверху. Ездит. Готово. Берем бабеху. Цепанешься? Цепанется. Она у нас профессионал. Так, готово. И опыт взяли. У нас уже 9 опыта. Где там кто? Не вижу. Где эта карусель-то? Карусел, карусел. Ну вот, едет. Давай запрыгиваем. Ну-ка, сразу я нацелюсь. Вот на этого мудачка, блядь. Эх ты, смотри-ка, не убил. О, блядь, тихо-тихо. Вот, смотрите, я прям врыло, блядь. Да ладно. Может, не все стрелки попадают просто? Грибок аж шевельнулся. А это что такое? Блядь, по грибку наебал. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, щитовой. Щитовой с одного удара грохнул. Ты гляди, бывает же такое. Какая удача. Так, черепушки. Как вот эту хрень-то? Подожди-ка, она же, наверное, поднимается. Вы там долго будете прыгать? Скажите мне, пожалуйста. А, может, волшебником? Нет, она не захватывается даже. Как-то ее по-любому уже поднять можно. Нам надо на мост, наверное. Ну, мы тут запрыгнем, в общем-то. И побежим. Давайте рыцаря сразу возьмем. Прекрасно, блять, мыши. Сучьи мыши, а. Да как много-то, смотрите, блять, что-то хуять не встать. Целый рассадник. Ну как, они что-то уворачиваются, сволочи. Все, что ли? Сейчас мост рухнет. А там кнопочка, кстати, внизу, смотрите-ка, какая-то. Кнопочка, это интересно, я не пройду дальше, что ли, выходит? А, нет, наверное, кнопка как раз, я так понимаю, поднимает вот эти вот мостки, вот эти платформочки. Подожди, давайте ради интереса просто проверим мою теорию. Блять, вот это проверили, нахуй. Да что ты будешь делать-то, женщина? Ну точно, блядь. Да, они поднялись просто-напросто. Давайте волшебника возьмем тогда. На шипы яйцами его насадим. И пойдем дальше. Я думал, они дверь откроют какую-нибудь. Нет, ни хрена, просто мостки поднимают. Платформы. Так, здесь что? Здесь у нас вода, судя по всему. Да? Открыть сундук. Великолепно просто. Я прям прыгнул рядом с сундуком. Рыбья чешуя. Рыбья чешуя. Это что у нас такое? Рыбья чешуя. Рыбья чешуя дает владельцу способность дышать под водой. Позволяет дышать под водой. Ни хрена себе. Я просто ихтиандр, блять. Я просто ихтиандром сейчас стану. Стой, 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 куда ты? Ну-ка давай обратно. Надо волшебнику в натуре поставить, блять. Волшебнику поставить рыбью чешую-то. И все. Потому что он плавать умеет, а у бабы здоровья нету. Рыцарь просто тонет. Он же тяжелый. В нем говна много. Давай, запрыгивай. Вот возьмем опыт, и сейчас мы поплывем. Аки дельфины, блять. Так, дышим под водой. Дышим под водой. Я вижу уже, вон опыт, по-моему, лежит, да? Или нет? Что-то там лежит. Ящик. Блин, коробка всплыла. Зачем? Вот это что такое? Это или камень ли это просто?
Не, это опыт, опыт, действительно опыт. 15 опыта у нас уже есть. 15. Ящик, наверное, для чего-то все-таки нужен. Вон там еще у нас опыт лежит. Вижу. Вообще отлично. Блять, вот это умение, наверное. Вот это я понимаю. Это не кнопка, кстати. Нет. Вот это умение. Дышим под водой. Глубоко. Нам похуй. А мы плывем. Главное, чтобы никаких тут этих самых ктулх каких-нибудь или рыб не было, которые кусаются. С коробкой надо, может быть, коробку побинуть нам. А я не могу колдовать? Да, ты че? А я могу ее подвинуть зато. Давай, двигай. Сейчас мы ее подвинем поближе и запрыгнем. Все, есть. Есть, отлично. Кто там? Мечник. Они друг с друг другом, что ли, дерутся? Нет? Ну, это вы зря. Это вы зря отвернулись, мужики. Да, блядская мышь, нахуй. Противные создания. Вот во всех играх, если есть мышь, значит все, блядь. Какая-нибудь жопа ожидается. Там, кстати, он... Там, кстати, он опыт есть. Я его вижу. Сейчас я его возьму. Блядь, жопой попал, попала бабка на этот самый... На шипы. Ну-ка, подожди. Сейчас. Надо подгадать. Надо, блядь. У нас уже такое было. В предыдущей серии тоже такие платформы, на которых надо быстренько... Давай, ты чё, ёпты мать? Я ещё опыт взял, да? Вот так вот, да? Еще и опыт был мной взят. Давай, прыгай. Ай-яй-яй-яй! Это плохо получилось. Надо сейчас опять ждать. Ну давай, прыгай, ты чё? Вот, отлично. Пошел нахуй. О, сука, попадает. Попадает волчара. Получи. Ух, даже я туда запрыгнул. Это отлично. Это великолепно было. Красиво, блядь, главное. Главное, красиво. Так, опыт взял. Все взял. Пойдемте дальше. Так, это лучник. А почему он вниз стреляет? Рыбу, что он там делает, блядь, интересно, я не понимаю. Просто что-то он там... А, он там по шипам валит, блядь. Ну ты дурак, блядь. Между прочим, там действительно шипы. Мне надо как-то... Мне надо вниз ёбнуться. Сейчас упадем вниз и зацепимся за какую-нибудь платформу. Нет, не за эту. Я вот сейчас за ту цепанусь. Ой, бляха, задел опять жопой-то, а? Печально. Здоровья у бабы практически не осталось. Надо ее менять. Там нет на деревьях-то ничего. А, стоит, ждет, блядь, а? Ждешь меня? Ох ты, стой, блядь, еще и задел. Че ты как-то здоровье стало уходить прям на раз-два, хочу заметить. Раньше завалить было. Сейчас нихуя, блядь. Сейчас не хватает. У нас раньше у каждого было здоровье прям полное практически всегда. Так, женщина, ты куда-нибудь сюда цепанешься? Нет, не цепанешься, надо ящик строить. Сейчас мы ящик построим. Огромный, блядь. Так. Надо вот сюда вот эту поставить. Кидай, блядь. Да, сука, куда ты, блядь? Ящик, ставь здесь. Вот, ставим здесь. Сейчас еще один ящик въебем. Мы же два можем строить вроде бы, да? Да, два ящика. Стой. Один на один сейчас поставим. И туда долезем. Ой, блядь, что нам стоит дом построить, блядь? Раз, блядь, и возьмем опыт. Единичка опыта у нас есть в кармане. Как с куста. Так, там лучник внизу. Лучник и мечник. Сука, сдохни, тварь. Сдохни, животное. Ах ты, блядь. Ах ты попал, животина. Давай, спускайся вниз, сволочь. А я тебя тут поджидаю уже. Вот прям заебись, вы прям спиной прыгаете. Ты чего выебываешься, мужик? Вот чего ты выебываешься своим лучиком? Ой, блядь, попал, смотри-ка, блядь. Еще раз попал, что такое?
попадают. Попадают, сволочи. Сдох. Давайте вот так вот. Так, жизнью. Жизнью бы взять. Есть, взял. Баба, все, у нас подлечилась. Этот сдох. Этот сейчас... Да, этот тоже рассыпался. У нас там один остался. Да? Хуй тебе! Хуй тебе, сволочь! Что-то открылось? Да, воротня открылась. Бежим туда. Замечательно. Почти все целы, здоровы. Так, тебе пизды. Сейчас вывалим. Кто-то еще там появился? Где? Лучник. Давай спускайся с волота. Блять, я сейчас принципиально загандошу. Тройной. Тулуп. Блять, не сдох. Оп. Попал? Попал по женщине? По Зойке? Как ты посмел? Ты не джентльмен. Платформочки. Платформочки, я... Платформочки, да? Платформочки. Я могу бабу сейчас цепануться за вот этот, за эту хуйню. И как-то подгадать нам вот платформочку. Так, давай, поднимайся. Ну поднимайся, ты чё нахуй? Вот тварь какая. Я думал, все. Она сейчас поднимется, мы зацепимся. Там опыта много причем. Подождите, я не могу пропустить это. Раз, два. Отлично. Раз, два опыта. Сколько мы там артефактов... Блять, что-то кнопки стал путать. Предметы. Один, да? Один предмет у нас только собран. Где-то второй сундук-то есть все-таки. У Якса, блять, она перевернулась сейчас точно. Внизу опыт есть. Так, я тону, да? Мужик у нас плавучий. А сейчас еще вниз сплаваем, смотри-ка. Так, опыт взяли, отлично. Сейчас еще по этой болоте не проплывем. Тут наверняка что-нибудь еще есть внизу-то. А вон какое глубокое. Глубокое. Вот, еще взяли, я даже не видел его. Глубокое синее море. Так, 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 так. Тут по кустам надо пошарудить. Карасей наловить заодно. Ну, ху, бляха, муха. Это что-то... Во, подожди, подожди, еще у нас опыт-то есть. Говорю же, есть. Вон тут сколько банок. Да много, действительно много. Сундук. Ух, блин, тролль что ли какой? Давай залезай. Сундук нашли. Это вообще потрясающе просто. Сундук. Ожерелье могущества. Для чего оно нам? Древнее украшение, использующееся в стародавние времена волшебниками, позволяет черпать больше энергии из мира и использовать ее в своих целях. Увеличивает на 25% урон для оружия, использующую энергию. Ну-ка, подожди, подожди, может быть, нам бабе сделать? Слушайте, мы сейчас бабе поставим эту хрень. Она же огненными стрелами херачит. Она использует магию, к тому же. Ну, в это время. Так, дальше я не проплыву, да? Судя по всему, нет. Ну, ладно. Надо на ком-нибудь сейчас проверить, это обязательно. Без этого никак. Без проверки никак. Сука. О, вы вообще заебись, прям толпой летите. Правда, что-то я по одной все равно бью. Сдохли, да? Сдохли, это хорошо. У нас тут нет ничего? Мы тут ничего не пропустили? Вроде бы нет. Вроде бы нет. Так. Стоп. Тут как нам туда попасть? Может быть, мосток-то мы не сможем тут построить? Более... А, тут что я мозги ебал? Сейчас все сможем. Трюк, блядь. Трюк. Трюк не вышел. Секунду. Секунду, сейчас все будет. Сейчас мы мосток просто повыше поднимем. Вот тут где-нибудь. Он пока падает. Блять, запрыгивай! Отлично! Запрыгнули. Так, там тролль. Там тролль. Злобный, злобный. Че, ты пизды, что ли, давно не получал с волота? Блять, огненный меч-то теперь. Все. Подох. Я только не хватало нахуй. Там опыт есть.
есть опыт. Как туда? Цепанулись. Отличненько. И мыши летают. Пошла нахуй. Две. В размере двух штук. Трех. Не попал. Еще летят. Еще летят, сволочи. Где ты? Давай подлетай. Тебя тоже ждет меч правосудия, блин. Сука. Да, блядь, ты что, издеваешься, что ли? Я так не могу высоко прыгать-то. Тут камушек у нас, да? Камушек. Надо строить коробки. Я думаю, надо две коробки опять построить. Блядь, что тут в этой серии мы коробки уже несколько раз строим? И залезем. Все просто. Все просто и понятно. На ком бы нам испытать наши огненные стрелы с 25%? Ну-ка, огненный меч. Ой, этот самый, господи, блядь, меч. Огненный. Ну, блядь. Смотрите, они меня просто выебывают. Мыши просто ебут. Это самый опасный противник, блядь, по-моему. Там опыт есть. Опыт есть. А что внизу? Внизу. Ну-ка, опустимся вниз. А, внизу там пиздец. Да. Понятно. Допрыгнет? Допрыгнет! Конечно, допрыгнет. Женщина прыгучая. Так, есть. Нет, а что туда сюда-то не допрыгивает? Нахрен мне ваши балки, я отсюда тут допрыгну лучше. Все, бежим. Здесь. Ну опять мыши, что ли? Да вы что, издеваетесь в натуре? Да они меня снизу, он ебут, смотрите. Рыцари убили. Они меня снизу ебут через мост. Я хуеваю над этими мышами. Это в натуре самый опасный противник. Ладно, коробки-то хоть остались. Не исчезли, которые мы делали. Ну-ка, суки, где вы? Выходи по одному. Летит, летит уже. Уже летит. На тебе нахуй. Еще где-то пищит. Да, блядь, она как мистер Шмидт нахуй. Пикирует, блядь. И еще летят. Суки, ну твари, блядь. Так, нам надо что-то тут подгадать как-то. Значит, первое у нас не шевелится пока что. Я хуеваю просто над этими мышами. Первое не шевелится. Так, идем, идем, идем. Там опыт был, между прочим. Там был опыт. А мы его сейчас возьмем. Опыт взяли. Опыт не взяли. Опыт проебали. Блять, я чуть-чуть не добежал до этой хуйни. Ёбаный свет. Вернуться к контрольной точке. А, нет, добежали, зажгли. Отлично. А я что-то смотрю, она как-то тускло горит. Она вон как должна гореть-то. Ну и хрен с ним. Добежали, заебись. Это что тут, речушка, что ли, типа, или болото? Давайте обычных скелетов мне. Я стрелами буду вас ебашить. Огненными. Так. Попробуем. Давай запрыгивай, хуила. Готов, блядь. Ну-ка, еще идет. Где он там? Вон он. Да, разрывные, блядь, какие-то стрелы-то. Ничего себе. Еще кто-то там появился. На, еще. Ну, это обычный, блядь. О, блядь, вот это стрелы. Нам смысла-то нет сейчас. А, нет, смысл есть. Тихо, 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 сука. Наебает мне. Да как вы, блядь, попадаете? Вы что, сука, лучник, блядь, попадает? Вот, уже не попадает. Это то ли кислота какая-то, то ли что это такое вообще? Блять, да, жгется. Жгется, сволочь. А, вон лучник-то, еще один. Пошел вон. Блять, через эти самые, через доски. Херачит через доски просто. Дыц, блять. Прям в полете в него попал. Блять. Спокуха, надо подлечить рыцаря-то.
Все, съебался. Надо нам теперь... Сколько нам до опыта осталось? Так. Одна единичка всего лишь. Одну собрать. Единицу опыта у нас будет... Что-то. Мы можем... Вот бабёшки сделаем перезарядку. Это очень важно. По крайней мере, сейчас очень долго она перезаряжается. Так-то можно было вообще бы ей играть, по сути. Она поуниверсальнее, наверное, будет, чем рыцарь. Она плавать умеет, стрелять умеет. Умеет... Что такое? Как Тарзан на лианах. Качаться. Ночь, любимое время сил зла, опустилась очень быстро. Неминуемое обязательно случится. Это всего лишь вопрос времени. Но пока еще лес стоял стеной против захватчиков. Возможно, потому что артефакты были созданы неподалеку. Надежда еще оставалась. Мы наконец дойдем куда-нибудь. Эта темнота плохая штука. Действительно плохая. Ну чего, два уровня мы сегодня прошли. В общем-то, неплохо, без особых таких эксцессов. Продолжим в следующий раз. С вами был Малдер, всем пока.